Пловцы принесли Украине еще две медали универсиады. Михаил Романчук на своей дистанции проплыл быстрее предыдущего рекорда соревнований. Украинские пловцы Михаил Романчук и Сергей Фролов принесли очередные медали в копилку украинской сборной на Всемирной универсиаде, которая проходит в Тайбэе. Романчук и Фролов успешно выступили на дистанции 800 метров вольным стилем, где Романчук стал вторым с результатом 7:46:28, а Фролов – третьим с результатом 7:51:06. Стоит отметить, что время Романчука стало лучше, чем предыдущий рекорд универсиады, установленный еще в 2009 году в Сербии, 7:47:24, но еще лучше украинца проплыл итальянец Григорий Полтриньери, 7:45:76. Который выиграл золото. Больше в пятый день медалей украинские студенты не завоевали. Таким образом, о активе нашей сборной 19 медалей, 6 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. По материалам сайта newsgro.com.